Нет. 20. Так я всегда хотел, блядь, расставиться, блядь, поставить ориентиры, блядь, дальномером померить. А вон Андрюх приехал. Не вижу. Справа вон через ворота заезжают. И не попал, да? Кого? Я не вижу даже. А, вот. Наверное, было лишним, да? Да, твои лишние. Но я его аккуратненько так, чисто... Не видел. Чисто по спине. Вот это красота! Ну, я говорю, главное разогреться. Ну, потому что они сухие стоят. Ебать, у меня руки трусятся, мать. А где он? По перу надо смотреть. А, вот тут вот перо. Куда упал, Димон? Перо вот выбито с него. Да нихуя там после третьего-то вообще, бля, с него щепки полетели. А, вот он, вот он. Да какой-то что? Чётенько. Надо как-то красиво ложить, чтобы они застывали в красивой позе. Может, коробку его сами, или пока мухи нету, блядь? Да мух-то пока нет. Блядь. Чё, надо идти забирать. Иду. Ты скажешь, куда мы правишь? Да. Ух ты, блядь, это чай. Прям по белой траве иди посередине. Все, начинай смотреть. Блин, да что ж такое? Пока все включишь, потом все пока выключишь.
На березу сел. Вот на эту березу вяхер сел. Да. Сейчас может оттуда слететь в чучела. Что-то они... разлетелись. Да я вижу, он левый идет. Димон, что за хуйня-то, ебаные гусли, блядь. А где у тебя семерка? Давай ее сюда. Нахуя? Чтоб ты хуйней не занимался. Да иди, блядь, за ее. Сука. Пятеркой стреляй. Я вам тебе пятерки сейчас выдам. Хуя не подкрутит, или подкрутит. Крутит, крутит. Сейчас зайдут. Сяду, сяду. Я левого. Я правого. Левый, левый. Сейчас, сейчас. Рано, рано. Сейчас, 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 сейчас. Хуй на березу полетели. Ёбнуть, да пусть сидят. Вон падает в чучела один. В чучела падает. Не падает, он падает, падает. Падает, да. Падает. Ай, Димон, Димон. А что, не надо было? Да надо, надо, почему? Надо было, но попозже, на полсекунды, чтобы я вылез с камерой. Ну, левее заворачивайте, сукины. Это крайне. На тебе, блядь. Эй, бегите, ебаный в рот. Все, упал за березы. Упал, нахуй. Пехи только с жопы летят, блядь. Не, он за березы упал. Я вижу, упал, нахуй. Надо идти забирать. Да, я не видел, где. За березу. Ты видел, где? Иди забирай. Ебаная доля, нахуй. Хромову послали, блядь. Давай, пойду скажу. Лежит, нахуй. Да какой, нахуй, подранок сейчас убежит. Кто-то ему прям в голову попал. Давай ему это. Подожди, стой, стой, стой. Че? Беретто? Да. Ёбаная доля, блядь. Блядь, камера, ёбаный сук, сука! Цепился прям за эту хуйню, как шампура с нее всю ботву посымал, блядь. Ну, налет хороший. На, это тебе положено. У тебя тут скудная картина. Охуенный налет. Ну да. Так они все заходили, их можно было сразу бить, нахуй. Ну я мог бы вскинуться и сразу стрелять. Ну этот просто над головой у меня уже был там. Я знал, сидя. Что ты, блядь, не выдержишь, нахуй. Я знал, блядь. Я думал, ебалось, ну вот, нахуй. Ну сейчас опять ни команды, ни хуя не дашь. Так работаем по вскидке. Все, у одного нервы сдали, скинулся, значит остальные просто подхватывают и хуярим.
пострелять тоже. Вон тот, но он высоко. Димон, достанешь, нет? Сверху один, говорит, стреляю. Ебать тот день, нахуй. Я ори, нахуй. Надо... Ты ебашь, ты? Хуя на меня. Моя собака. Да какой, нахуй. Ну, Антон, ну что ты, блин? А чё, я не стреляю? А я не знаю, чё у него не стреляет. Я и стрелял, я ждал, гляжу, не стреляет, сейчас в кусты зайдет. И уже дунул ему над ухом. Я хуй, я на курок нажал, а он... Надо нажать на спусковой крючок. Нахуй тебе на курок нажимай. Блять, в кого стрелять-то? Да я с этими ебаными камерами, потому что вожусь, блядь. О, в штыка идет на меня прям. Ближние чоки. С такой стрельбой на дальняк это бесперспективняк. А не тут он упал-то? Антохин пес поронял нам чучела, блядь. Ой, я тебе говорю, он где-то в этом. Отстрелил ты ему задницу? Ну, иди забирай. Где он, на березе, что ли? О-о-о. Сколько вы на него патронов потратили? Рублей на 400? Так обосраться. Нет, я его видел. А что ты ждал, блядь? Чтобы он насрал тебе на голову? Не, у меня просто 0,25 чок стоит. Чтоб ближе подлетел. Ай, блядь, санёчек на грудь, санёчек, блядь. Ну, я попал. Ща 0,5 я его сниму. Есть, Санёчек. И я попал. И я попал. И ты попал. И я попал. И мы попали.
Ну 0,25, ну не достает нахуй. Ну не достает он на такой дистанции. Пизду, надо перекручивать их нахуй.